Город засыпает, просыпаются хоккеисты ночной лиги. В Ледовом дворце «Кристалл» сегодня проходит матч между командами любителей 50+. Нешуточная борьба людей, которые занимаются хоккеем уже много-много лет. Кто только не играет, от дворника до ректора институтов, там врачи, инженеры, военные, играют все абсолютно, от 16 и до 70 лет. Приходите на хоккей, всем все понравится, ну, по крайней мере, я так думаю. Ночная хоккейная лига – это содружество любителей для организации спортивного досуга, развития и популяризации этого вида спорта, пропаганды здорового образа жизни. Финал первого турнира российского НХЛ прошел в 2012 году в Москве, затем он ежегодно проводился в Сочи. Победитель этого турнира отправится уже на всероссийский турнир в Сочи. В всероссийском турнире участвуют команды 40+, и 50+. Вот в нашей команде у нас возрастная команда, у нас очень много игроков, приближенных и уже переваливших за 60 лет. А вратарь у нас сегодня будет играть вообще, ему через месяц исполняется 71 год. В всероссийском турнире в 2012 году также участвовали женские команды. И кроме того, женские турниры судили девушки-судьи. Соревнования проходят под слоганом «Больше, чем игра». Возрастные хоккеисты выходят на лед, что называется, для души. Но и бороться есть за что. Например, город победителя российского финала в категории 40+, получит в подарок новую ледовую арену. Я думаю, что победа будет за нами. Самый главный дух и спортивный интерес, и удовольствие. Полина Шпак, Николай Синегубов, агентство «Сарбака».